В своем обращении глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что ситуация с коронавирусом серьезная. Для того, чтобы улучшить ее, принят ряд мер, которые напрямую зависят от населения. Сегодня все должны понимать, что впереди большая работа по недопущению распространения COVID-19 и улучшению здоровья населения. На данный момент действует двухнедельный карантин, что было крайне необходимо. Ведется работа по обеспечению медикаментами, усиливаются санитарные нормы. На врачей легла большая нагрузка. Они ведут борьбу с непростым заболеванием. Мы знаем, у нас очень большое количество летальных случаев, к сожалению. Вот, запущенных случаев заболевания очень много. В этом есть вина населения, но мы не должны забывать о том, что есть человеческий фактор среди врачей, которые тоже сегодня уже устали, они не знают, от чего лечить. Очень серьезная, запутанная система симптоматики сейчас. Непонятно, вот для того и создали у нас триаж-центр, когда для начала надо понять, чем человек заболел. У него коронавирус или у него пневмония, ОРВИ, что? От чего лечить?